Проникни в Абстерго, забери данные и уходи. Ого. Абстерго, не вешайте трубку. Марни, не посидишь с мелким вечером? У меня свидание. Да тише ты, я на работе. Хотя с моим везением я уже в 7 буду дома. Секунду. Абстерго, чем могу помочь? Даже так? Звуков столько со всех сторон постоянно. Многие века мы ведем борьбу с тамплиерами, тайным обществом, цель которого управлять человечеством. Абстерго — их фасад. Невидимая рука, охватившая земной шар. Слышь, что я должен искать? Да, компьютер есть. Алана Рикки. Где-то тут. Мне нужна информация о программе «Проект Анимус». Ближе, ближе, ага. Слева где-то там. Угу, сейчас просто забираюсь. Ага. Пока выше подними голову. Ага, вон. Это... Где-то с той стороны. Нет, стоп. За стеной где-то. Получается. Наверху? А вот здесь вот. Где-то вот, наверное, над балкой на одной из них. Вон она. Вот она, ага. Сверху прыгать надо откуда-то, похоже. Тут не достанешь. А, вон там. Вот смотри. И чё? А, вот, понятно. И вот так, ага. А, то есть там мы не нашли такие, что ли? Нет, там мы не нашли один. Понятно. Туда, что-то, куда? Явно не сюда. Черт, наверх. Чё все молчат там? Ничего не рассказывают. А куда? Стоп. Что-то я перебрал, по-моему. О, понятно. А дальше? Падать? Падать. Ого. Ау. Так, здесь эти штуки. Это что там такое пролетело? О, да, посмотрим, я тоже видела. Что-то мелькнуло светлое. И чего? И где? А может это мой квадратик падал? Может быть. Фу.
Угу. Упс. Ап. Оп-оп-оп. А, не вписываешься. Настигает. А, гады. Так, сейчас. Нафиг, короче, вот. Я вас не знаю. Что-то как-то давно тоже не попадалось. Угу. Ух ты. О! Вписался. Ой, здравствуйте. Мрачно. Как-то вдруг стало. Ага. Так, проскочил. Оп! Проскочил. Ага. Здесь вроде попроще. Сюда. Сюда, видимо. Так, фрагменты. Вы где? Ну-ка, колитесь. А что-то я вообще не слышу. Я тоже не слышу. Звенело. Я так просто ругаюсь. Куда пошел? Способность? Какая способность? Ох! Понял. А зачем, если мы можем? А, нет, не можем. Ау. Ау. Мне кажется, или я где-то слышу? Да, есть. Наверху где-то. Вон, вон он, ага. Опа!
Записка? Служебная записка по анимусу. Тебе говорят, прыгай. Угоди-ка, фрагменты. О, то есть тут картинка какая-то должна сложиться. Письма. Служебная записка. Январь 2008-го. Брифинг по достигнутым результатам в лабораторном комплексе Абстерго. Первый квартал. Проект Анимус. Ватикан. Основные моменты. Запрос о выделении на одобренный проект 25% от 960 миллионов долларов общего годового бюджета Абстерго на исследование и разработку. Обратите внимание, что бюджет повышен на 50%. После предварительных испытаний последней модели устройства набран полный штат сотрудников для нового подземного лабораторного комплекса. Устройство функционирует, потребление энергии небольшое. Габариты мейнфрейма по сравнению с предыдущим поколением уменьшились на 30%. Такими темпами скоро можно будет разработать портативный анимус. Во время испытаний успешность доступа к нужным участкам генетической памяти составила 86,7%. Идет подготовка передачи способностей ассасинов. Идет поиск ДНК предка-картографа. Подробнее все эти вопросы я обсужу с вами на следующей неделе лично. Уоррен Видик. А голосовые записи это... А, понятно, это то, что было, можно просто почитать. Что произошло? О, опять прыгать. Странно. Я, может, что-то не понимаю? Че, все так просто? Тихо ты, ну да. Всем что ли? Все плохо. Так. Ух ты! Закатали. Ага. Видела. Вон она светится, видно. Да я не попал. О как, а почему я скатился-то вдруг? То есть здесь никак не поставить? Тогда мне надо, значит, сделать вот так. Одну наклону поставь, хватит, наверное, нет? Ща. Наклонную говоришь, ну можно и так, да.
а просто сэкономит штуки на подъеме. Опа! Фух. Так, две из трех. Две из трех. Что все страшнее и страшнее. Вижу третью. Это же обратно. Что там слева такое? Что слева? Где слева? Там что-то бегало. Ау! А как теперь обратно-то вернуться? О, смотри, нас обратно поставили. Гад сныкался. Ха-ха. Башкой вписался. Ну, здесь-то можно вот так уже сделать. Хорошо. Не то, что прям очень хорошо. Больно, конечно. Оп. Катаются тут. Понимаешь. Прям туда прыгать, что ли? А там есть просвет, чтобы попасть? А, ну вот влево можно как-то попробовать, когда вот... Успеваешь? Ну как-то больно. Снизу, наверное, просто надо. Опа! Смотри, попал. Вписался. Это так было задумано. Ну ладно. Невероятно. Это ж сколько они вбухали в этот проект Анимус с 80-х. В следующий раз нужно проникнуть глубже. Узнай, что именно Абстерго выискивает у нас ДНК. Не пускают. Я рассчитываю на тебя, Клей. Какая еще меня способность? Меня взяли на прикладную механику. Молодец. Не знал, что тебе это по душе. Вот, смотри. Не самая престижная школа. Но там классная кафедра программирования. Кочмарики должны строить, а не протирать штаны. Тоже вижу. Вы рассказывали своим коллегам о наших сеансах? Нет. Тихо, тихо. Записи психиатра. Январь 2007-го. Инцидент, связанный с критикой дизайна от сотрудника. После этого не мог сосредоточиться на текущей работе. Целенаправленно перерабатывал дизайн лишь с целью опровергнуть критику. Вероятно, ОКР СДВГ. Наверное, стоит прописать психостимулянты вместе с Зион. Посмотреть, как называется лекарство, которое выпускает компания, оплатившая отдых на курорте в Сент-Бартсе. Февраль 2007-го. Ошибся с диагнозом ОКР. Пациент демонстрирует неспособствующие адаптации тенденции к перфекционизму. Вспоминая детство, оценивает влияние отца как положительное, но вымещает гнев на сотрудниках. Возможно, подвергался злоупотреблениям со стороны родителей. Пациент охотно согласился на два премиум-сеанса в неделю. В
Спарить ему это было проще простого. Налицо явная неадекватность самооценки. Август 2007-го. Неожиданное и полное изменение модели поведения. Пациент выглядит спокойным и уверенным в себе. Может быть, какой-то новый поддерживающий механизм? Похоже, пациент что-то скрывает. Сентябрь 2007-го. Пациент уволился со своей работы по личным причинам. Продолжает демонстрировать невероятный прогресс. Все же есть основания полагать, что пациентом управляет какой-то внешний механизм. Требуется дальнейшая терапия. Март 2008-го. Пациент отрицает необходимость поведенческой терапии. Считает, что вылечился. Утверждает, что помогла его новая работа. О том, чем именно он там занимается, по-прежнему рассказывать не хочет. Возможно, прогресс вызван тем, что пациент излишне полагается на коллег. Если положительное влияние работы исчезнет, состояние пациента будет серьезно дестабилизировано. Рекомендовано продолжение терапии. Опасаюсь, что потеря пациента отсрочит приобретение квартиры в Париже. Нормально. Апрель 2008-го. Пациент потребовал показать ему мои записи. Естественно, я отказал по очевидным причинам. Продолжает настаивать. После сессии надо будет поискать пропавший ключ от сейфа для записей. Понятно. Ключик-то он, наверное, и потерял. От сейфа. Четвертое воспоминание. Крот. И куда нас отправляют? Новый исследовательский центр Абстерго в Италии. Я хочу знать, зачем им этот анимус. Третий член вашей группы не состоит в Ордене Ассасинов. Она ждет сигнала. Такое синенькое все. Угу. Куда? А, на меня идут, да? Люси Стилман. Ее готовили для проникновения в Абстерго. С 17 лет она живет вне Ордена. И все ее связи с ассасинами разорваны. Ого. Люси Стилман, я знаю, что ты здесь. Дата 1 февраля 2011-го. Тебя поймает их отдел поиска и доставки. Они используют тебя в качестве подопытного. Прямой доступ к анимусу ночью обеспечит Люси. Когда соберешь достаточной информации, она тебя вытащит. Сносит так сильно. Слышал, стоп, да? Стоп, слышал, да. Я уже потом уже понял, что я слышал. Но я в это время тоже была занята, я говорила какую-то фигню. А, сильно уперся. Да пустите меня! Ну. Где ты там? 1 из 4. Угу. 1 из 4. Да. Я в ужасе. В шоке. Ща. Оп. Так. Вообще, это очень странно, DLC, конечно. Ух ты. Добро пожаловать в анимус, объект 16. Вот это видик уже. Да. Я не хотел. Это все любопытство. Эх. Ага. Я теперь буду страдать.
Может, они осмотрели? Смотрите страницы истории, мистер Качмарек. Рваные, обугленные, нечитаемые. Не так понятые, не нужные никому, кроме мечтателей да политиков. Но что, если есть способ вернуть им прежний вид, извлечь из истории? Вот в сравнении сразу слышно, что это Видик, а там, то есть, Уильям был. Анимус дает нам такую возможность. Что вам на самом деле нужно? У Абстерга ведь нет исторического отдела. Верно, мистер Качмар. Но у нас есть студия развлечений. Может, мы снимаем историческую драму? Поразмыслите над этим во время следующего сеанса. Вот звук такой очень похож на кубики. Не очень слышно. Да? Может быть, это они и есть? Так, с той стороны тоже так же было. Да? Угу. Черт. А может быть... Ой, ладно. Ну, я готов. Поехали. А чё готов? Поехали. Так, вон слева заход вроде. Куда? Сюда. А чё там? Не знаю, посмотреть. А почему там такая территория? Стекло. Стекло. Хорошо. Слышь? Или нет? Показалось, наверное. Да мне уже везде мерещится. Звук этот. О. Вон он. Черт. Выше, выше, ага. Еще выше. Интересно, это был где-то кубик или? Ну, это просто там звук похож, очень похож, но, по-моему, это не он. Ну, то есть, тональность немножко другая. Тут более тоненький такой. Ха. Че у вас тут, рассказывайте? А-а-а! Черт. Не спрашивай меня, зачем я к ним пристал. Просто так. Итак. Тут вроде ничего нет. Вроде ничего нет. Жалко. А, опять эти штуки, катающиеся. А! А отдохнуть мне можно? Пока работаете, а я подумаю. Хорошо врете, Видик. Уложите его, мисс Стилман. А, то есть мне засчитали, что я прошел?
И тут я такой, как бы, из последних сил, да? Угу. Угу. Успел. Тут тоже так мало места. Слышь? Слышу. А где? Проехали, что ли? Чуть не пойму. А может, и не было ничего. За стенкой, может быть, где-нибудь. Может, ты там еще окажешься. Вот сейчас вот вниз, допустим, спускаться, и он там. Угу, возможно. Ого. О, слышь? Да-да-да. Это он, кажется, и был. Три. С четырех. Ого. А, не протискивался. Ага. То есть мне надо как-то хитро. Поныкали? Не слышно. Вообще не слышно, да, но вот эта штука интересно сделана. Так, то есть лететь. А дальше? Понятно? Стой, а справа что там? Справа моя. А. Фигня. Прыгать. О, Ельцин. О, как, точно. Клинтоном. Блинтоном. И чё? А, вниз. Самая комната получается. Ну ладно. Вот там есть одна старая история, которая гласит, что яблоко Эдема на самом деле было мраморным или бронзовым и даровала огромную силу тому, кто брал его в руки. Лично мне кажется, что это просто ложь на грани богохульства. Если он увидит яблоко, сразу дай мне знать.
О, 4. О, супер. Может, нам хватит собранных фрагментов, чтобы понять, что там? Очень надеюсь. Уже знакомые картинки за окном. Ну да. А ты слыхал об ассасине? Да, Эцио Аудиторе. Узнай все об этом Эцио Аудиторе, чтобы досье на него было готово к концу недели. Так что за яблоко вы ищете? Вы точно хотите, чтобы я вам ответил, мистер Кочмарек? Тогда вы можете не надеяться на свободу по завершении эксперимента. И в какую реку вы бросаете трупы? Я слышал в вашем голосе страх, объект 16. Понимаю. Оу. Оу. Так, передышка. Его показатели не в норме. Все хорошо, Клей? Той? Помни, ты там отвлекаться хрень. Нельзя. Ага. Оп. А что теперь будет со мной? Не бойся. Люси вытащит тебя. Мы команда. О, справа. Люси? Ага. Откуда? Смотреть. Стоп, я могу сюда упасть? Нет, не могу. Это я интригу нагоняю. Письмо Клею от Люси. 07.2010. Клей, большое тебе спасибо за теплые слова. Работа продвигается по расписанию. Видик торгуется с руководством, а я провожу эксперименты с объектом 15. Во время тренировок сосредоточься на проникновении в кодовую базу Анимуса. Я уже исследую архивы. Не нервничай по поводу предстоящей операции. Я тебя защищу. Обещаю. Люся. Угу. Все, пришли, да? Да, получается. Мы торжественно постановляем, что эти смерти не будут напрасными. Наша нация под покровительством Бога получит новый источник свободы. Правительство все в перемешку так. Созданное народом и для народа не умрет на земле. Мы торжественно постановляем, что эти смерти не будут напрасными. Наша нация под покровительством Бога получит новый источник свободы. Правительство из народа, созданное народом и для народа, не умрет на земле. Мы торжественно постановляем, что эти смерти не будут напрасными. Дальямичи, мигуарди идион. Наша нация под покровительством Бога получит новый источник свободы. Правительство из народа, созданное народом и для народа, не умрет. О, Господи. Мы торжественно постановляем, что эти смерти не будут напрасными. Дальямичи, мигуарди идион. Наша О, тишина.